1990 году была открыта новая страница в летописи нашей страны. Принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации. 12 июня стал отмечаться День России. Этот праздник свободы гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. Ни один праздник, а тем более День России, не обходится без праздничного украшения улиц, предприятий и организаций. В этом году к этому вопросу решили подойти творчески и привлечь к украшению родного города, станицы или хутора как можно больше жителей, школьников и студентов. К празднику образовательные учреждения района приняли участие во всероссийской акции «Окна России» и украсили свои здания российской символикой. На окнах появились белоснежные голуби, распустились цветы и засияли звезды. Сегодня празднуется День России, и к этому дню мы украсили всю школу, окна цветочками, голубями. Было красиво, и что все знали об этом, то, что сегодня празднуется такой праздник. Не менее красиво украсили окна к празднику и учащиеся 12-й школы. Здесь также активно поддержали всероссийскую акцию и постарались создать праздничное настроение. Я очень рада принять участие в акции «Окна России». Мы вырезали из цветной бумаги воздушные шары и украсили окна нашей школы. Вот уже второй год подряд в преддверии Дня России проводится всероссийская акция «Испеки пирог и скажи спасибо». Жители нашего района с удовольствием в ней принимают участие. И испеченные своими руками пироги, украшенные государственной символикой, вручают ветеранам, врачам, педагогам. Ирина Ивановна, это в честь праздника. Мы передаем вам пирог и выражаем огромную благодарность за хорошую школу, за наших прекрасных преподавателей, за наших классных руководителей, так как я мама от двух классов, у меня детки учатся. Огромная благодарность. Спасибо. Всероссийская акция «Испеки пирог и скажи спасибо» присоединились и учреждения культуры района. Праздничное угощение было вручено медицинским работникам, многие из которых продолжают работать на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Дорогие наши доктора, в преддверии государственного праздника Дня России мы хотим вас поздравить и поблагодарить за ваш нелегкий, важный и нужный труд. С праздником вас! И примите этот душистый пирог. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо, девчоночки. Не забыли про спасибо нас. Спасибо вам огромное. Вкусные ароматные пироги со словами благодарности были переданы во все отделения Славянской ЦРБ. Ко Дню России проводится еще много интересных мероприятий. Одно из них – фестиваль граффити. Проходит он по всей стране. Славянцы тоже приняли в нем участие. Уличные художники украсили стену надписью «Россия». Название самой большой страны в мире появилось и на театральной площади города. В преддверии праздника молодежь района приняла участие во флешмобе, поздравив жителей и всех россиян с праздником. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, Игорь Иванчиков, программа «События».